Всем приветули, ребятули. Вы лицезреете новую серию без донатика. Сегодня мы покатаем вот такую вот демочку, буквально 6 минуток. Также мы сейчас прокачаемся, сегодня у нас скидочки. Если вы видели видосик с контейнерами, предыдущую серию, то вы знаете, что мне упало 10 тысяч кристалликов и 300 ддшек. Как бы не так все плохо. На прокачечку мне хватает. На 9 по ходу шагов я смогу даже прокачать, сейчас смогу. Сейчас чуть-чуть один респик поиграем на М3-шечке. Ну как, ой, какой на М3, на М1 непрокачанном смоке. И сразу прокачаемся. Ну если честно, она и так неплохо нагибает, мне что-то везет. Объективно говоря. Сейчас мы ее прокачаем. И посмотрим, как нагибчик наш пойдет. Давайте заходим в гаражик. Открываем наши пушечки. У нас из пушечек только одна смока. Открываем улучшить. Прокачиваем. 80 тысяч кристаллов у меня было. Как быстро кристаллики мои начинают уходить. 7 шагов. Хватит ли мне на 8? Чтоб я помнил. Наверное, хватит. Да, хватает. На 9 шагов у меня становится смока. Что я могу сказать? Шикарно, шикарно. 9 шагов уже будет. До М2. Остается один шаг, поэтому... Скорее всего, за сегодняшний день я нафармлю тут еще кристаллики, у меня премочка будет. И, скорее всего, сделаю себе смоку до М2. Ну, а в принципе, 9 шагов и до 10 как бы один. Можно и сейчас с уверенностью уже говорить, что смока у меня М2. На Warrant офицере первом. За столь недолгое время я могу сказать, что это шикарно. Шикарно. Корпус мне, в принципе, пока хороший не надо. Смока. На Васпике. Быстрая мобильность. По мне, это самый лучший вариант, чем покупать тот же Титан. Был выбор у меня брать, кто не знает, комплектик либо Титана смока, либо Васпа смока. Я подумал, что лучше Васпа смоку. И я думаю, что я не прогадал. В дальнейшем, я думаю, что мы не будем еще тут так быстро поднимать наше звание. И если наше звание не пойдет слишком быстро, то мы еще себе прокачаем. Сначала купим какой-нибудь комплектик. Если честно, я бы хотел здесь прикупить Вик от Винсик. Не знаю, получится у меня его приобрести, не получится, будет видно. Ну а если не Вик от Винс, то, наверное, Хантера Фриз с фризом М2. Если у нас будет такой комплектик, то будет тоже неплохо. Ну а пока мы так немножечко понагибаем, минутки 3, посмотрим, что у нас вообще. Как смока М2 себя ведет на таких званиях. Я уже вижу, что в принципе урончик хороший, перезарядочка видна уже, что чуть-чуть побыстрее стало. Урон, конечно, сильно не отличается, но вот перезарядка чисто чувствуется уже, что она побыстрее стала, а не так печально медленно. Еле-еле что-то там меняется. Поэтому, если у вас есть такой же маленький аккаунтик, то обязательно прокачивайте свое вооружение, если вы не поднимаете быстро звание. И тоже нагибайте. Проблем в этом нету. Все шикарно, легко. Кристалликов у меня уже не осталось. С одной стороны печальненько, с другой стороны ничего страшного. Все реально накопить. Проблем в этом, в принципе, нету. Так, проверил. Запись идет, не идет. То у меня уже были такие печальные моменты, когда... Вроде как бы все хорошо, но то записи нету, то голоса нету, то еще какая-то лажа. Короче, я победитель по жизни. Ну, сейчас вроде бы все нормально. Видосик выйдет.
Так что каточка подходит к концу. Я уже могу говорить, чтобы вы ставили свои лайкосики. Вам не сложно, мне приятно. Если еще не подписаны, то подписывайтесь. Приходите на стримчики. Сейчас я начну уже потихонечку разыгрывать промокодики, контейнеры и все в этом роде. Поэтому халява начинается на стримах. Приходите. И весело, и интересно, и прибыльно. Все, что я, в принципе, хотел, я уже рассказал. Каточка подходит к концу. Потихонечку. Заданочку я на премочку выполнил. Сегодня еще пофармлю здесь на премочке. Возможно, набью себе на смоку на последний шажочек. Ну, если не набью, то не набью. В принципе, 9 от 10 не сильно отличается. Потом мы и докачаем. А на этом все. Спасибо, что смотрели. Всем спасибо. Пока.